Сподіваємось, що сьогоднішня наша з вами співпраця буде досить продуктивною, досить плідною. Ви побачите, почуєте ті новації, які пропонує світ інформаційних технологій, світ IT для використання в освітньому процесі, для використання в підприємствах аграрної сфери, в підприємствах інших видів діяльності. Тому я думаю, що те, що ви сьогодні почуєте і побачите, принесе вам користь, ви поїдете від нас задоволені і з новими знаннями, і з новими здобутками. Вітаю від імені адміністрації Полтавської державної аграрної академії вас в стінах нашої Алма-Матері. Мені дуже приємно, що ви сьогодні з нами і ви бачите наші, по крайній мірі, намагання, спроби і залучення, застосування таких нових технологій в навчальному процесі. Ми маємо родючі чорноземи, маємо світлі голови. І наше завдання поєднати саме їхній потенціал і на виході мати високотехнологічний, гарний продукт в агросфері. Безумовно, до цього моменту ми слухали дуже змістовні, цікаві, оригінальні представлення тих інформаційних систем, які автоматизують виробничі процеси. Безумовно, вони найважливіші. Але є та частина діяльності, яка також впливає на результативність підприємства, на результативність і ефективність діяльності аграрних підприємств. Це завершення виробничої ланки і продаж. З розвитком цих хмарних технологій завдяки ініціативі Кондратюка Миколи Івановича і наших співробітників кафедри кібернетики і так далі, створена лабораторія, і таким чином це є те ноу-хау, яке ми, ну, без зазріння совісті, так можна сказати, можемо популяризувати нашим сільхозтоваровиробникам. Взагалі, будь-яка ідея, вона потребує великих зусиль. Але ці зусилля не стали марними, і в результаті ми отримали проєкт, який на сьогоднішній день, ну, вже можна сказати, брендовий проєкт. Директор товариства МЮСТ, і він нам презентує доповідь системи контролю діяльності аграрного підприємства на основі супутникових систем обробки даних. Добрий день, уважаємо присутствуючі, добрий день наші мої друзі руководства університету. Я, прежде всего, представлюсь на руку Олексій Кузняков, я собственник компанії МЮСТ, находимся в городе Кременчуге. Я очень рад такому событию, который уже для меня является традиционным, который является таким симбиозом науки и бизнеса. Да? Это когда для меня было немножко такое диковинкое открытие, когда несколько лет назад ко мне обратились представители аграрной академии с просьбой, а не могли бы вы рассказать о новинках современных технологий, которые вы используете для ваших клиентов, для аграриев, для наших и студентов, и для наших выпускников, для того, чтобы мы могли тоже этому учиться. Это для меня было действительно открытие и действительно такая полезная площадка, которую мы, представители бизнеса, можем оповещать и ознакомливать всех желающих, потому что эти все технологии и современные технологии, они стали настолько уже доступными, настолько недорогостоящими, что пользоваться ими может каждый. Но при этом статистика гласит, что те же аграрные предприятия Полтавской области всего-навсего на 30-35% используют новые современные технологии. Поэтому моя задача и моя миссия, скажем так, ознакомить вас с этими технологиями, донести их доступность и показать, насколько они экономные и насколько они доступны и недорогостоящие. Итак, я сделаю короткую презентацию и расскажу самые основные технологии, которые можно использовать для получения большего результата. И также я, самое важное, поговорю о стоимости данных услуг, и что из этого можно извлекать и получать. Покажу на примере. Первое, я собрал четыре самых
технологий, которые дают наибольший экономический эффект в плане экономии, и, скажем так, вложенные средства быстро окупаются. Первое — это GPS-мониторинг транспорта, второе — это мониторинг дронов, третье — это спутниковые снимки, четвертое — точно земледелие, это параллельное вождение. Я остановлюсь по каждому, покажу примеры и скажу, какие образцы и сколько это стоит, чтобы вы понимали, насколько это все доступно. Итак, покажу на образце вот такой маленький приборчик, называется GPS-трекер. Стоимость начинается его 2600 гривен. Он позволяет, установленный на любую из техник, подходит как отечественной технике, так и иностранной, старой, новой, легковой, грузовой, сельхозтехнике. Что он позволяет? Он позволяет контролировать технику в режиме реального времени. Это местоположение, маршрут, движение. При подключении дополнительного датчика топлива можно еще видеть расход топлива, заправки, сливы, время, место, время выезда, время заезда, площадь обработанных полей. И все это можно делать в режиме реального времени, а также построить графики за любой период, который вам интересен. Данные хранятся 12 месяцев. То есть по состоянию за любой период 12 месяцев вы можете посмотреть статистику и увидеть всю эту информацию. Итак, доступность данного прибора составляет всего-навсего 2600 гривен на одну единицу. Комплект оборудования для вместе с контролем топлива, вместе с установкой, с монтажными работами составляет около 8000 гривен. Это под ключ. Как же это выглядит на практике? Посмотрим несколько скриншотов. Вот так видно, наведя на транспорт, мы видим оперативную информацию. Где едет, как едет, скорость, сколько проехал, моточасов и сколько потрачено по датчику. Следующий слайд. Так мы видим обработанные поля. Где, когда, скорость, с какой скоростью, какие обработки, это выбран конкретный период там, на сегодня. Следующий слайд. Так мы видим человеческий фактор, сливы топлива. Программа отображает место, время и дату, и отображает это на карте. Здесь были найдены вкопанные емкости в поле. Итак, переходим к следующему пункту. Это мониторинг дронами. Основной момент тоже хотел бы показать, что это много сейчас об этом говорят, много об этом пишут, много изданий пишут. И, скажем, для всех, с кем я не общаюсь, для всех есть единственный вопрос. Это все-таки игрушка, да, это все-таки дань технологиям, или с нее можно получать какие-то результаты и полезные результаты. Я бы здесь разделил на две категории данный сегмент, и данное оборудование разделил бы на две категории. Первая категория – это простые дроны, экономные дроны, которые, ну вот как на примере, вот указан здесь самый минимальный профессиональный дрон, его стоимость порядка 25 тысяч гривен. Он позволяет оперативно облететь поле, облететь территорию, посмотреть за видами работ, посмотреть за как работает техника, посмотреть внутри поля схожесть, посмотреть, ну, в общем, взять оперативный анализ и оперативную информацию. За секунды он взлетает до 9-этажного здания и может оперативно там, за 20-30 минут работы он может облететь очень большую территорию, и вы оперативно можете следить, там, куда ездит транспорт, как он ездит, какими путями и так далее. Следующая категория уже идет, они более профессиональные. Их там стоимости варьируются от 80 тысяч до 500 тысяч. Они уже выполняют более сложные задачи, как и опрыскивание, и мониторинг, и там двумя операторами можно это делать. Скажем так, подытожить, чтобы это можно сделать
разделить на две категории. Первое – это простой мониторинг, оперативный мониторинг, оперативный контроль. И с сложными дронами уже делается более сложная аналитика, более сложные замеры, более сложные функции. Поэтому они стоят дороже. Следующий слайд. Несколько слайдов пролистните. Здесь показано, как Монсапус, как они как летают, что фотографии оперативные. Следующим моментом, следующей категории по эффективности и экономности является спутниковый мониторинг полей, это спутниковый снимок. Это тоже одна из таких экономных и полезных функций. Сразу скажу о стоимости. Стоимость данной услуги и программы составляет всего-навсего $1 в год с 1 гектара. Да? Это небольшие деньги, как на полезность, которую он дает. Что дает, какие возможности дает программа? Это распределение зеленой биомассы по полю, общую оценку состояния посевов, содержание воды зеленой биомассы, содержание органического вещества в поле и границы площади обработки полей. Как это выглядит на практике? Следующий слайд. Вот мы увидели обнаружение вредителей, как они выглядят, и, соответственно, внесли данные в программу, как с ними бороться. И есть там справочник вредителей, есть справочник сорняков, которым можно подтягивать и получать результат. Следующий. Вот тоже на снимке видны внутри поля. Да. Эти данные не видно с края. Эти данные можно только получить или с дрона, или со спутниковых снимков. Да. Здесь мы тоже видели заражение, которое тоже внесли. Для обработки именно этого участка, а не всего поля. Следующий. Здесь мы тоже видели обнаружение огнёвка, и, соответственно, тоже пометили, что нужно внести, связаться с соседями, скажем так, с соседями и обработать совместно, чтобы не перешло с одного поля на другое. Следующий. Здесь мы видим временный застой влаги, чтобы здесь тоже можно сделать выводы, что или как правильно работает данный. Следующий. Еще раз повторюсь, всего-навсего $101 с гектара. Есть там и бесплатные версии, которые с урезанным функционалом, но тем не менее $1 с гектара — это как минимум недорого для такого фирмы. Следующим завершающим пунктом по значимости это является точность земледелия, это так называемый курс указатель для тракторов, для комбайнов и так далее. Оказалось, что большая часть, а даже несмотря на крупность предприятий, не все его используют. Некоторые по старинке используют несколько единиц транспорта одновременно выпускают, чтобы видеть края обработанного поля. Но тем не менее, все-таки хотел бы определить на значимость и важность данного оборудования для обработки поля. Мало того, сейчас появились украинские разработки программного обеспечения, которые дают возможность использовать свои планшеты и просто закачивать программное обеспечение и получать из обыкновенного планшета, получать этот курс указатель. Это доступность данного оборудования вообще составляет там около 3,5 до 5 тысяч гривен просто за программное обеспечение. Планшет можно использовать свой любой или телефон. Более профессиональное оборудование уже идут там 30, 40, 50, 70 тысяч гривен. Это уже для сложных работ, для дополнительных функций, для получения дополнительной энергии. Итак, подытожить, что это, какой эффект это получает, получать можно, используя данное оборудование. Это уменьшение пропусков при перекрытии выполнения работ, это экономия материалов, топлива, времени на проведение работ. Контроль качества, эффективности работы техники, точное движение агрегатов между рядами, снижение нагрузки на тракториста и машиниста, возможность работы в ночное время суток и в условиях плохой видимости. По поводу данного пункта, очень популярным и очень, скажем так, востребованным оказалась наша дополнительная услуга. Она не
не совсем является спутниковой, а все-таки для работы в ночное время суток. Это у нас появились вот такие LED-лампы для сельхозтехники, которые эффект от которых они делают ночные работы очень как днем. Да? При том, что их стоимость там порядка 3000 гривен, и тоже устанавливается на любую технику, и делает комфортным работу в ночное время суток. А кто их делает? Производитель ламп. Мы заказываем, у нас есть производство и в Украине, и в Китае. А какие термины вы используете? Они рассчитаны на 30 тысяч часов. Это 3,5 года беспрерывной работы. При этом они гораздо экономнее ламп накаливания. Это светодиодная технология, которая при этом качество света как днем, да, мягкое, при этом они влагозащищены и были влагозащищены, то есть для использования в сложных условиях. А их тільки до машини можна? Чи до мощних будинків? Це транспортні. Вони іменно питання у них 24 вольта. Вони спеціально зроблені для транспорту. Можна використовувати, разве що аккумулятор вдома поставити. Я подвоюсь. Його на дачі. Це іменно транспортне, під 24 вольта для питання, для економного питання від транспортного. Їх особливо зміняється тут, хто навіть працює всю ночь, він не розрядить акумулятор. Второе их применение – это у нас аграрии используют на свои внедорожники для охоты и рыбалки. Поэтому несколько слайдов завершающих, как же это выглядит в следующем. Вот мы видим использование курсоуказателя, когда идут нахлёсты и пропуски. Да? В эти моменты или повторно вносятся какие-то гербициды, или не доносятся, не получается с них положить. Вот такие варианты в настройках использования, это шаблоны. Следующий. Это один из образцов, как выглядит сам курсоуказатель. Следующий. И несколько слов о нас. Компания в 1997 году, то есть 20 лет назад. Основное направление GPS-мониторинга 2012 года. Обслуживаем 134 агропредприятия, из них 70% аграрии. Следующий слайд, здесь указаны мои контактные телефоны, наш адрес и мой контактный телефон. Могу продиктовать, кто не видит, 067-111-5611. Спасибо. Я хочу доповнити до доповіді Олексія Олексійовича, ще, от, ну, будемо так говорити, це людина, яка представляє підприємство, яке впроваджує ці технології для аграрного підприємства. Тобто, по суті, він несе таку ж саму цінність, як і навчальний заклад, який навчає тих фахівців, які хочуть отримати ті навики сучасних технологій. І він в собі об'єднує от технічні навички, як такові, да? І впроваджує їх на підприємство. Ну і велику, звісно ж, подяка йому за те, що він завжди от відкликається на наше запрошення тримати участь, демонструючи ці технології, які він впроваджує в аграрних підприємствах. Я вам дякую. Помните, как я там, помните, петришку.